Остается месяц до начала выборов президента страны. Сегодня в Черкесске состоялась пресс-конференция председателя избиркома республики Ларисы Абузалиевой. Она рассказала, как идет подготовка к выборам, и ответила на вопросы представителей СМИ. Подробности у Али Баташева. В настоящее время сформированы все избирательные участки. Члены избирательных комиссий прошли обучение и готовы к работе, отметила Лариса Абазалиева в ходе пресс-конференции. Все комиссии у нас сформированы, все прошли обучение. Они получили сертификаты о том, что они прошли тестирование соответствующее. У нас применяется видеонаблюдение. На 100 участках, на 99 участках будет видеотрансляция. А на остальных участках будут видеорегистраторы. Таким образом, любой избиратель, представитель кандидата, политической партии, участвующий в выборах, сможет посмотреть на любой временной отрезок, на любом участке. Также гласность выборов будет обеспечивать Центр общественного наблюдения. В ходе голосования будут применяться 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сейчас избирком проводит прием заявлений по системе «Мобильный избиратель». Их уже 19 тысяч. С 17 февраля до 7 марта по всей республике члены избирательных комиссий будут проводить подомовой и поквартирный обход. У них будут специальная форма, бейдж с номером комиссии и удостоверение. Их цель – уточнить списки избирателей, информировать население о предстоящих выборах. Я очень прошу, вот так как принято у всех наших народов, гостеприимно принять наших членов комиссии, они по сути приходят вас пригласить на выборы, проинформировать о времени и месте, проинформировать о том, что можно проголосовать не по своей регистрации, а прикрепиться на удобный участок. Комиссии имеют право в рамках вот этого проекта «Информ-Уик» прямо сразу оформить заявление на голосование на дому, если человек захочет. Также в ходе пресс-конференции председатель избиркома ответила на вопросы журналистов республиканских СМИ. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.